Знаешь, что крозы, мальвы, сорты черные понравятся любителям цветов с необычной окраской. На второй год после посадки на растении появятся махровые соцветия редкой шоколадно-коричневой расцветки. Стебли с цветами и бутонами можно срезать для составления букетов. Для посадки рассады штокрозы следует подобрать место, хорошо освещенное солнцем. Стебель, вырастающий до 2,5 метров, необходимо привязать к прочной конструкции, чтобы избежать повреждений ветром. Семена мальвы сеются в рассадные ящики, а в начале лета подготовленные растения пересаживаются в открытый грунт. Мальва черная – это травянистая высотой 250 см. Цветет растение в месяц июль, август, сентябрь. Окраска цветка шоколадно-коричневой. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в всесорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.